Весь отечественный кинобизнес единодушно согласился с тем, что «Шапито Шоу» – новый культовый фильм. Явление для русского кино редкое и долгожданное. Еще бы, ведь в арсенале музыкальной комедии Сергея Лобана уже немало призов и наград. Начиная от «Серебряного Георгия» на Московском международном кинофестивале и заканчивая национальной премией кинокритиков «Белый слон» за лучший сценарий. Фильм даже вошел в шорт-лист на премию «Оскар» от России. И вот, наконец-то, «Шапито Шоу» выходит в широкий прокат. Воронежским зрителям в этом плане особенно повезло, ведь 26 января в кинотеатре «Спартак» они смогут не только увидеть своими глазами этот грандиозный проект, но и пообщаться с создателями картины, режиссером Сергеем Лобаном и сценаристом Мариной Потаповой. Итак, «Шапито Шоу» – это фильм-загадка, фильм-шутка, фильм-лабиринт. Четыре части и четыре путешествия к морю. Четыре пересекающиеся новеллы о любви, дружбе, уважении и сотрудничестве. Герои каждой части прибывают в приморский городок и переживают поворотные фрагменты своей жизни, которые развиваются почти синхронно. Кто-то сходит с ума от любви, кто-то страдает, не находя понимания у друзей, кто-то пытается завоевать уважение отца, а кто-то наладить сотрудничество с компаньонами. Как и в жизни, когда каждый видит себя центром своей собственной драмы, герои «Шапито» являются героями своих историй. При этом в «Чужих» они еле заметные персонажи. Каждая новелла исполнена трагического пафоса, но ведь именно так переживает каждый человек личную драму, когда со стороны все выглядит даже смешно. Как заметили критики, авторы фильма жмут на все чувствительные кнопки поколения 30-летних. Это и герои субкультуры 90-х, и деятели современного панка, и песни, будто из фильмов советского детства. Актерская команда «Шапито Шоу» представляет из себя удивительное сочетание молодых артистов из театров Петра Фоменко и Константина Райкина, культового Петра Мамонова, звезд современной альтернативной Москвы Пахома и Борецкого. Все вместе они страшная сила. Нам же остается только прийти в кинотеатр и погрузиться в этот загадочный мир «Шапито Шоу». Еще раз напомню, что премьера фильма с участием режиссера Сергея Лобана и сценариста Марины Потаповой состоится 26 января в кинотеатре «Спартак».